Тем временем врачи Восточно-Казахстанской области объявили о вспышке кори в регионе. На сегодня там лабораторно подтверждены 164 случая этого вирусного заболевания. По всей стране идет эта вспышка кори, вы, наверное, знаете. У нас 164 человека лабораторно подтвержденные, но в других областях были осложнения после этой вакцинации. И мы пока временно приостановили вакцинацию контактных, потому что тут непонятно, что лучше будет. Не дай бог, что-нибудь случится от вакцинации с человеком, как бы здоровым еще человеком, и это будут большие проблемы. Чей вирус завезли из Астаны? В группе риска сейчас находятся в первую очередь люди до 30 лет. Руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Вадим Овсянников заявил, что среди 20 тысяч человек, получивших прививки, в регионе ни одного случая осложнения не зафиксировано. Главный врач области также сообщил, что согласно плану привить должны были порядка 60 тысяч человек, но кампанию по всей стране приостановили до 2 марта.